введем глазок AVT Wilson Shirt 1 Wi-Fi. Вставляется вот он в такой коробочке, вставляет в себя вот такой прибор. Сам глазочек широкоугольной камеры, здесь антенна Wi-Fi, микрофончик. Нельзя сказать, чтобы он был очень качественный, но тем не менее он есть. Дальше для проводного подключения провод, питание 12 вольт и кнопочка, которая для сброса и для активации точки доступа. Если нажать на эту кнопочку 8 раз, то глазок сам будет являться точкой доступа Wi-Fi для подключения к нему напрямую. Глазок встроен видеорегистратор, который будет записывать на карту памяти. Карта памяти в комплекте не идет, доступный объем 128. Карта памяти вставляется вот в тыльной стороне глазка, вот здесь вот. Вот тут, смотрите, сюда можно вставить карту памяти. Потом она закрывается, так что, в общем-то, злоумышленник не догадается, что там есть. И точно так же закручивается. Подключается он для работы к мобильному приложению. Для этого мы подключаем его к сети, скачиваем приложение XMI. Вот оно регистрируется на нем, но мы уже это сделали. Запускаем приложение. Ждем, пока оно запустится. Нажимаем плюсик для подключения. Выбираем Wi-Fi настройки. Вводим пароль своего Wi-Fi, который у нас есть. И ждем, пока он найдет камеру. Когда он найдет камеру, появится изображение камеры зеленого цвета на интерфейсе. Вот он нашел камеру. Камера обозначается вот синим значочком. Нажимаем на этот значок. Вот появляется номер камеры. Мы делаем пароль какой-то, установим для этой камеры. Нажимаем добавить. Все, устройство добавлено. Нажимаем, появляется камера. Мы можем видеть эту камеру. А для дальнейших настроек мы нажимаем сюда, и здесь уже, соответственно, мы можем настроить вот дополнительные настройки: удаленное воспроизведение, настройка хранилища. Тут показывает сейчас объем памяти 0 мегабайт, ну, потому что мы туда просто не вставили карту памяти.